Ух ты, вот этого мы с вами не видели. Слушай, ты погляди, она ему на уши как подсела. Овца. Овца. Это мой сэмпай, сучка. Отпусти моего сэмпай, ты погляди. Он сразу забыл про Асану, что та ему когда-то нравилась. Всем привет. Рада видеть вас на моем канале Телекаплей. Я Наташа, мы сегодня с вами играем в Яндеро Симулятор. Вы мне написали, что тут вышло обновление, появилась новая соперница, где мы играем за Аяну. Поэтому давайте посмотрим, что это такое, с чем его едят. Мне, скорее всего, придется сначала избавиться от Асаны, вот, а потом уже заняться, собственно, нашей новой девочкой. Поэтому давайте, короче, с вами посмотрим, что, зачем и почему здесь, как оно работает. Короче, вот она я. У нас появилось аниме. Смотреть криминальный триллер, чтобы обучиться методам. Ну, я пока не знаю. Давайте скипнуть школу мы не будем. Чендж трусики теперь у нас, кстати, с другой стороны. Ничего у нас от сэмпая нету. Здесь мы можем выбрать нашу цель. Выход. О, смотрите, мы можем выйти. Давайте выйдем. О, как круто! Мы теперь с вами можем гулять. Так, а можно мышку убрать? Мы теперь можем с вами гулять по дому. Это же офигенно. Наконец-то. У нас хорошая такая хата, хочу сказать, аппетитная. Большая. Неплохо, неплохо. Тут можно посидеть. Фотографии какие-нибудь можете посмотреть? Пуш. Фига. Note from mom. Записка от мамы. Ну-ка, давайте прочитаем, что там в записке от мамы. Для моей дорогой дочки. Если ты это читаешь, твой отец и я уехали в Америку. Я хочу тебе сказать, что, типа, видимо, ты справишься, да? Мы решили навестить Америку. Короче, родители уехали отдыхать. Потому что им нужно было, видать, как бы по этого самого. Так, я знаю, ты у меня большая девочка, которая сможет о себе позаботиться. Я уверена, что с тобой все будет в порядке. Я оставила тебе немножечко денег во фруктовой корзине на кухне. Используй их с умом для того, что тебе, видимо, нужно. Когда я была в твоем возрасте, у меня не было проблем в школе. Я вела себя очень тихо. Короче, в общем, родители угнали. В корзине, значит, на кухне во фруктовой, сказала мама деньги. Ёб твою мать, 110 баксов, неплохо, неплохо. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас в подвале. Может быть, в подвале что-то тоже поменялось? Так, карточка. Ну, это у нас карточка на скрытую концовку. Мы это с вами уже эту скрытую концовку новую делали. Ну, все. Upstairs. Пока не спешим. Из дома можно выйти? Пошлите, пока сходим в город. Купим себе всякие напиточки и прочее. Здравствуйте, моя хорошая. А может быть, сделать отторжение с сэмпаю? Так, давай купим презервативы. И Red Poison, может быть. Крысиный яд. Давайте купим крысиный яд. А потом сделаем с вами все остальное. Да? Ну все, погнали. А мы погнали с вами в школу. И берем с собою мы в эту школу. В школу мы с собой берем. Давайте крысиный яд. Поехали. Вот такие вот мы с вами крыски, крыски. Может быть, в школе тоже что-то обновилось? Я, конечно, не уверена, но мы сейчас с вами посмотрим. В любом случае, нам нужно устранить будет вот эту нашу, получается, девочку. Я не помню, как это делать. Я помню, что там очень сложно, потому что ее подружка, долбанашка, достает нас вообще. А вон ее подружка. Стоит она, подглядывает. Ох ты, какая подглядулька. Здравствуйте. Ну, школа вроде бы без изменений, да, пока что. Ну, я не вижу на самом деле. Так, давайте мы сразу найдем ее шкафчик. Сразу ее вот так вот с вами возьмем. Тегнем. Найдем ее шкафчик. У нее еще есть подружка. Но подружку мы с вами не знаем. Хорошо. Пойдемте пока полазаем с вами по школе. Посмотрим, что тут есть. Потому что девочки пока что будут так. Здрасте. А можно я поставлю здесь жучка? Но она вроде бы не против.
Она вроде бы не против. Стетоскоп. Стетоскопом, видимо, можно сделать удушающий прием. Она сделала удушье. Здрасте, жопа покрасьте. Варежки. Соус какой-то. Ничего готовить я не буду. Да я просто бегаю по школе. Что ты смотришь на меня? Что ты на меня смотришь? Она там шушукается со своей подружкой. А в рот ее берушкой. Мы сможем сейчас с ней поговорить? Привет. У тебя есть просьба. У нее надо котенка ей найти. Котенок в лабиринте. У тебя? Ты у нас, по-моему, любишь драки, насколько я знаю. Во, видишь, я молодец. Я молодец, я знаю, что она любит драки. Так, давайте найдем ей тогда котенка ее. Он у нас в лабиринте. Ну, немножечко подружимся с ней. Чтобы она нам доверяла, как бы, и мы знали. Так, она положила бента на стол. Я это бента хочу немножечко подзасрать, чтобы сэмпай блеванул от него. Так, где тут вот этот вход в кошачий лабиринт? Я помню, что куда-то сюда, потом сюда, вот сюда и где-то здесь. Вот она, ее потерянная побрякушка. Вообще непонятно, что тут забыла ее вот эта потерянная побрякушка. Вопросики. Ой, я, кажется, заблудилась. Ёшки-матрёшки. Теперь надо ее подслушать с ее злым этим фотографом. Расскажи мне об этом мальчике, который нравится. Он вообще-то забавный. Немножечко не мой тип. Но я чувствую, что это надолго. Я хочу сделать его счастливым. Вот это да. Итак, и что это за такой тип у тебя мальчиков? Тебе же нравились загорелые мальчики, разве нет? Ну, я об этом думала, но мне теперь нравится, когда у мальчиков волосы в хвостиках, нравятся мальчики в очках, которые супер милые, и мальчики с пирсингом. А, это она рассказывает о своих предпочтениях. То есть теперь вот в этой части не читается в дневнике, в этой части у нас вот так делается. Все, я подслушиваю разговор. Алло? Я же сказала, перестань меня переследовать, ты придурочный. Но это мы все с вами видели уже. Я, наверное, вырежу до того момента, как мы будем ей помогать. Значит, я за кадром подружилась с нашей девушкой, Сосаной, да, по-моему, ее зовут. И мы с вами готовы увидеть новую девушку, которая подкатила к нашему сэмпаю, Асана. Ой, да ладно, что ты расстроился, что ли? Да она просто перестала с тобой дружить, что ты страдаешь? Вот она наша новая, да? Которая пончиками его соблазнила, мы помним. Пончиковая тёлка, так и запишем. Я думаю, что ее как минимум можно отравить. Извините. Я хочу предложить вам помощь кое с чем. Не хотите поговорить об этом? А? А, мы с вами не встречались до этого? Ой, извините. Меня зовут Амайя Аяка. Мы учимся в школах. Извините, что я такая странная. Но я просто увидела, что у вас грустное лицо, и мне захотелось немножечко помочь вам, чтобы сделать это лучше. Так что случилось? Вот сучка. Вот сучка. Моя подруга Асана. Она проявила ко мне интерес. Но потом что-то произошло, и она не сказала мне. Я не могу в это поверить. Это действительно, ну, что-то случилось, но она об этом не разговаривает. И меня съедает изнутри. О, так грустно об этом слышать. Не могу даже представить, каково тебе. Ну, примерно такой перевод, вы поняли. Эй, а что ты... Может быть, не совсем подходящий момент, но не хочешь ли взять попробовать? О, спасибо. Давай, бери-ка один. Ах, какая. Приворот на него пончиками сделала. Ой, как вкусно. Конечно. Никто не готовит лучше меня и моего папы. Ой, моей мамы и меня. Вообще-то... Мои родители находятся сейчас в выпечной. Хочешь пойти со мной? О! No, it's okay.
Нет, все в порядке, я... Что-то не знаю, что. Она говорит, я тебе беспокоюсь. Ну что ж. Ладно, говорит, я пойду с тобой. Недолго он ломался. Недолго. Короче, наша новая баба совратила его своими вот этими вот булочками. Да? Ух ты, вот этого мы с вами не видели. Слушай, ты погляди, она ему на уши как подсела. Овца. Овца. Это мой сэмпай, сучка. Отпусти моего сэмпай, ты погляди. Он сразу забыл про Асану, что та ему когда-то нравилась. Бабник. Ду-ду-ду-ду. А это кто такая? А это кто? А, это наша вот эта Яндеры-чан, или как ее там зовут. Она мне сфотографировала. Так а смотри, с кем он там. С новенькой булочки ее трожит. Ну что ж. Новая неделя, новая соперница, ребята. О, мой алтарь пополняется фотографией. Этого мы с вами еще не видели. Она его гладит. Ты теперь в безопасности, говорит. Ох, какая. Нифига он не в безопасности. Так, так, так. Поздравляю с Асаной. Не хочу тебя это самое, но у тебя есть еще работа. Расстраивать? Ты что, что-то сделала? Ой, расстрою, короче, у меня для тебя сюрприз. Но это не сегодня, я кое-что узнала. Посмотри-ка на это. Та-та-та-та. Кто она? Ее зовут Амая Адаяка. Она готовит... она лидер кулинарного кружочка в Академии, и она очень уютная для твоего сэмпая. Она очень сильно его, короче, ну, видимо, обворожила. Она тихая, очень милая, очень такая вот вся, вот. Так что тебе нужно избавиться от нее до пятницы. После того, как он был с Асан, другая девочка решила украсть его у тебя. Перестань играть в эти игры. Готовь свои очки. Никаких игр, все просто. Я хочу смотреть за Амарой. И у меня есть для тебя особая работа, это все. Это реально все, что ты мне расскажешь о ней? Ты хочешь видеть эту девочку? Так, тебе нужно похитить некоторые вещи. Помни, до пятницы ты должна сделать это дело. Устранить ее, чтобы сэмпай больше с ней не был. Он уже принадлежит мне. И он об этом еще не знает. Ну, значит, узнает. Ну все, новая девочка у нас. Добрый день, сэр. Спасибо, что прибыли на наш звонок. Я очень занятой мужчина. Нет, нет, никаких этих самых важностей. Просто хотел получить какие-то инструкции для защиты. Я рад это слышать. Вы... Она наследователю звонит. Это прекрасно слышать, сэр. Я немножечко беспокоюсь о наших студентах. Да, реально, смотри, вызывает. Ну все, сейчас будет у нас тут этот. Короче, он говорит, что ему в школе он себя чувствует некомфортно. И, видимо, он хочет, чтобы кто-то пришел, посмотрел. Да, сэр. Стучит. Нет, сэр. Да, сэр, вот это я могу переводить. Я буду информировать вас о всем, что, видимо, будет здесь происходить. Спасибо большое, что уделили мне время. Мистер Сайко. Это мой батя, что ли? Это мой батя, мистер Сайко? Слушай, он что, с моим батей, что ли, общается? Нифига себе. А мой батя — это мальчик, которого украли, получается. Моя же мать. Ладно, ну давайте, новую девочку. Хотим новую девочку посмотреть. Грузись, быстрее. Очень интересно. Смотрите, дом обновили. Девочку новую мы получили. Ну что, мы готовы идти в школу. У меня есть какие-нибудь трусики там новенькие?
Нет у меня трусиков. Ну, я не покупала трусики. Так, давайте сейчас с вами сразу пойдем тогда в город. Купим с вами слабительное, чтоб если что... Я ж просто не знаю, как эту девочку пока устранять. Поэтому пока что возьмем крысиный яд, чтоб если что, она у нас немножечко, это самое, обосралась. Все, пошлите в школу, берем с собой яд крысиный и идем. Смотреть, что ж там за женщина такая? Что там за яйца она подкатывает к моему сэмпаю? Вообще, как вообще посмела? Надо вообще посмотреть, как ее устранять. У нее же наверняка есть какие-то свои каноничные штуки. Но я думаю, мы это все с вами посмотрим в течение нескольких серий. Я сейчас специально сохранюсь вот на этом вот моменте, в этом вот дне, чтоб, если что, потом откатывать. Сохраниться пока нельзя, но ничего. Так, давайте подслушаем. Привет, сэмпай, ты себя чувствуешь лучше? Да, спасибо, что беспокоишься обо мне. Ой, я знаю, что типа что-то там для тебя это самое. Я буду сегодня печь тортик в школе и поделюсь им с тобой. Я дам тебе немножечко сладенького бесплатно. Ой, какая, а? О, боже, звучит прекрасно. Я буду ждать этой еды, видимо. Или я не могу принять такое предложение... Ой, да ладно, мне хочется, чтобы ты улыбался. Ты очень милая, наверное, он ей так говорит. Ну, примерно, примерно. Так что, это да? Придешь сегодня навестить нашу эту пекарню? Я не голоден прямо сейчас, но я постараюсь найти время во время обеда. Отлично, сэмпай, я надеюсь, что тебе понравится. Короче, она будет делать ему тортик. Да, я тоже надеюсь. Увидимся скоро. Подожди, окей. Я хочу сохраниться вот на этом моменте. Давайте на втором слоте. Чтобы у нас было сохранение. Так, Шмара. Какая у тебя просьба? Что-то я устала готовить. У меня какой-то тест. И мне его нужно написать хорошо. Обычно я это делаю, прогуливаясь возле школы, бла-бла-бла. Мне нужно отнести мой диш, холодильник домой. Короче, нужно отнести какую-то посуду домой, комнату, 5 людям. Ни хрена не поняла. Так, Аями хочет давать 9 человек попробовать ее последнее кулинарное творение. Возьмите ее блюдо из холодильника и раздайте образцы. А, ну все, ну я так и знала. Смотри, ну я уверена, что она любит, конечно же, готовку, если она кулинарочка у нас. Готовку, значит, ты любишь, да? Вот, мы получили очко. Прекрасно, ну давайте поможем ей тогда, да? Этой Манди Ивановне. А, это вот эта вот ее выпечка какая-то. Так, давайте ее сейчас сразу тегаем. Тегаем, find. Что там написано? Было. You may be able to learn a detention information, чтобы следить за ней в инфочан. Окей. Так, это выпечка какая-то. Что она тут будет, короче, какую-то хероту делать. Ладно, давайте раздадим образцы каким-то там 9 людям. Из кулинарного кружка. Она у нас такая. Так, поставлю жучок. Чтобы был у нас жучок, жучок. Жучок, жучок. Так, это здесь холодильник или холодильник в другом месте? Слушай, ну, наверное, не здесь. Здесь что-то ни хрена нету. Я думаю, наверное, в другом тогда получается, в кулинарном кружке. Сейчас попробуем, все найдем. Здрасте. Excellent. Поставила очко. Здравствуйте. Вот, наверное, где-то здесь. Так, можно отравить ингредиенты. Вот холодильник. А я же не знаю, какие отравить. И тут вон девка смотрит. Так, привет, девочка, будешь кушать? Звучит вкусно, да, конечно. Будешь? Pretty good. Ага, pretty woman. Держи. Pretty good, да-да-да. Я вас всех кормлю. Эй, задроты, будете? Ой, спасибо. Кормлю вас осьминожками, на. Ёпта, корми вас теперь всех. На, будешь жрать? Слушай, ну у меня зато поднимается вот эта вот шкала доброжелательности. Видишь, как хорошо. Ну и последний остался. Все. Я его выкинула.
Может, ей надо обратно отнести? Может быть, зря я выкинула? Может быть, надо теперь помыть? Да не, вроде бы мыть не надо. Да? Ну, давайте здесь оставим. Пойдемте ее найдем. И надо придумать, как от нее избавиться вообще. Где она, кстати? Ты только сюда пришла? Ты только сейчас зашла в школу? Ты чем занималась, моя хорошая? Ля, какая деловая колбасня. Слышь, моя хорошая булочка, я выполнила твою просьбу. Ой, я так рада, что все покушали. Я надеюсь, им понравилось. Спасибо, что помогла мне. Пожалуйста. Нам теперь нужно понять, что с ней делать. Давайте посмотрим вот тут. Значит, в 7 она общалась с этим, а в час, во время ланча, Амайя навязит какую-то эту самую штуку. Вы можете отравить ингредиенты. В обеденный перерыв посетит распродажу выпечки. Вы можете добавить рвотный яд в ингредиент, который Амайя использует для приготовления еды для своей выпечки. Это вызовет людей рвоту от еды Амайи, что заставит сэмпая меньше думать о ней. Угу. Окей. Так, а я же не знаю, какие она будет готовить. Я же не знаю. Давайте мы вот на этом моменте сохранимся, чтобы потом, если что, я могла понять. Ну, просто там вот, смотрите, ингредиентов вот этих вот до жопы стоит. Давайте пока за ней ходить, смотреть, что вообще в теории с ней можно сделать. Потому что пока, так как она у нас новая лошадка, темная, мы вообще не знаем, что с ней сделать. Но мне нравится, как она выглядит. Она прям очень миленькая, вот эта вот такая. Мразь. Мразь, которая решила отжать моего сэмпая. Мы тебя так и запишем. Опа, трусики можно сфоткать. Здрасте, какие у вас там трусики интересные. Здрасте, учительница, что вы тут делаете? Я не могу... Ой, я могу залезть к ней в сумку? Так, подождите, я хочу отвлечь училку. Все, я ее отвлекла. Я хочу залезть к ней в сумку. Интересно же посмотреть, что у нее там в сумке. К Асане мы в сумку не могли залезть, а к этой можем. Так, книжка. Вы нашли книжку. Вы теперь знаете, какие нравятся мальчики. Да, все, мы знаем теперь, какие нравятся мальчики. Дневник. Вы нашли информацию, которая ей нравится. Прекрасно. Готовка, котики, не любит оккультные клубы, любит садоводство. Окей, бента, у нее книжки ничего нет. Бента, put и метик бента, стил бента, чтобы украсть. Контрабанды у меня здесь нет. Ну, можно ее с каноничными способами, конечно, устранить. Но пошлите смотреть, что она там, куда идет вообще. Слушай это. Ну, я так понимаю, здесь можно травить. Но я же не знаю, где она будет готовить. А, подожди, а может быть она сейчас выставит вот сюда свои пирожки, я смогу их травануть? Сейчас попробуем. А можно с тобой поговорить? А, она сейчас занята. Ой, какая занятая, деловая, ну и куда ты там идешь? Может быть она идет вот сюда? Может быть она идет вот в этот класс? Слушайте, ну я пока не вижу, чтобы она сюда шла. А, привет всем! Я так рада вас всех сегодня видеть. Спасибо, что согласились помочь мне с выпечкой на распродаже этой недели. План такой. Приготовить все в экруме. И до того, как начнутся уроки, во время обеда, чтобы все это все покушали. Так, все поняли, давайте начинать. Ля, какая командитутка. Так, я нашла ее стол. Путем хитрых манипуляций мы нашли ее стол, где она готовит свои бента-штучки, дрючки. Так что сейчас мы ей подложим туда яд, чтобы все люди обосрались, и мы с вами были профессионалками. Но пока что это как бы все. Так, вот она. Она вот здесь у меня готовила, так что кладем вот сюда. Слушай, ты теперь решила уйти? Вот. Она сейчас либо сюда пойдет. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, заходи. Вот, смотри-ка, зашла. Вот ее стол. И она тут готовит свое бенто. Свои пирожульки.
Какая ты молодец. А сегодня без помощников, что ли? А где твои помощники? А, кулинарочка-то моя. Моя кулинарочка. Ля, какая кулинарочка. Готовит. А я стою у нее за спиной, дышу ей. Так, ну хорошо, давайте увеличим время. А то она пока там наделает свои пироги-кураги. Все, она пошла раздавать, да? Мы за ней все еще следим, потому что нам нужно вычленить, что она делает вообще. Почему она одна все сделала? А сэмпай придет и обосрется. Ну пока лайтовенько, лайтовенько от нее избавляемся. Пока мы не совсем поняли, что с ней делать. Ну-ка давай, накладывай. Ой, какие у тебя пирожки. Ну и че, где твой сэмпай? Мне кажется, она перепутала. А, я могу к ней вступить в клуб? Мне кажется, никто у тебя ничего не купит, Заюш. Выглядит паскудно. Но мы перемотаем. Bake sale. Ну, что-то я не вижу желающих. А, смотри, девочка купила и пошла срать. Что у меня такое ощущение, что мы поторопились. А сэмпай придет? Короче, я устроила масштабную школьную диарею. Реально, все пошли срать. Ну и говно у тебя. Ты не видишь, что людям не нравится? Люди бегают срать. Я устроила сран-апокалипсис. От ваших пирожков все срут. Так и запишем. Так, ну мы ждем. Не знаю, когда придет сэмпай. А прикиньте, если я не в тот момент засунула, и надо было в другой приносить. Не в этот. Народ уже как бы понял, что что-то там с этой выпечкой не то уже. Люди не едят. А, нет, смотри, едят. Едят. Ишь, какие дрестюганы. Ля, ну они прямо равой ходят. Нравится им, да? Блин, смотри, прям все школьники решили обосраться. Ты наш сэмпай, нет? Нет, какой-то другой. Так, ну хорошо. Пошлите учиться. Бедные, вот это вот с диареей, конечно. С диареей на уроке. А мы сидели, ждали подмоги. Ох, это диарея. Ля, что это? А, я думала, у нее шапочка какая-то. Так, ну поехали. В целом мы с вами все сделали. Давайте прокачим себе биологию. Сейчас во время обеда должен вроде бы как наш сэмпай обдрестаться. Ой, ты навестишь выпечку нашу распродажу? О, Майя, извини, я забыл. А можно спросить, почему? Ну, некоторые люди отравились твоей едой. О, так это правда, но ты думаешь, это нормально? Короче, он узнал, что люди обосрались. Нет, я реально об этом не знала, так не должно было быть. Ну, твоя еда должна быть в безопасности, чтобы люди ее ели. Извини. Ой, сэмпай, я понимаю. Извини, Амайя. Ха-ха-ха. Вот так вот. Вот так вот. Ага. Все. Все. Вот и все. Вот и сказочки конец. Наташа молодец. Все. Устроила какашка за апокалипсис. Я хочу посмотреть, что мы еще с вами можем здесь сделать. Можно, по идее, помните, вот это вот растить, вот этот вот хероту? Мне просто интересно, есть ли что-то новенькое здесь? Можно ее сжечь? Буст. Буст. Что-то там, буст. Здрасте. Так, что тут у нас есть интересного? Ну, как будто бы ничего. Пока прям ничего. О, заберу. Заберу у них комиксы, ибо нехер, мои комиксы. Пиво, пиво, пиво. Так, напишу ему картинку и оставлю романтическую записочку. Видишь, какая я молодец. Для сэмпая нашего подложила. Слушай, ну я не вижу здесь каких-то новых путей устранения на самом деле пока что. Ну, наверное, ж где-то должно быть. То, что люди обосрались, это, конечно, классно. Use dance machine. О!
Давай. Нормально, нормально. Буду танцевать. А долго еще? Неплохо, неплохо. И что мне за это дадут? И что? Все? Dance Machine. Разблокировано мероприятие. Ранг С. Спасибо большое. Ой. У меня же все сломалось тут. Не, ну, мне понравилось. Было неплохо. Знаете? Было таки относительно неплохо. Но мне интересно, а где у нас что-то новое? Да, что-то она какая-то это. Ну, нормально, устроили диарею. А как мне понять, что мне еще можно с ней сделать? Просто я даже не знаю, что с ней можно еще сделать. То есть у меня нет никакой информации, что с ней сделать. Пока что все у нас относительно миленько здесь происходит. Надо поискать какие-то предметики. Но я уверена, что вы мне обязательно напишите. Блин, бедные все школьники бегают срать. Так, ну хорошо, ладно, давайте доучимся тогда сегодня. Я пока не совсем понимаю, что у нас тут как делать, но давайте закончим этот день. Я так понимаю, что вроде бы как, больше она ничего сегодня делать не будет. Посмотрим, что она будет делать завтра, поэтому давайте с вами обязательно сейчас сохраняемся. Вот на вот этом вот моменте, на третьем слоте. И едем с вами домой. А в следующей серии тогда посмотрим, что будет дальше. Главное, что мы посмотрели на нашу новую соперницу. Теперь знаем, что она такое, с чем ее едят. Так что, ребяточки, в следующей серии мы с вами обязательно продолжим смотреть на нее и что она делает. Так что жду вас в следующей серии. Не забывайте подписываться на каналчик. Скоро увидимся. Всем пока!